Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня. У нас очередная распаковочка посылок с сайта AliExpress. Сегодня у меня вот тут вот такая вот большущая гора коробок. Здесь много интересных покупок. Я вам сегодня покажу и товары для детей, и одежда здесь, и товары для дома, для кухни. Очень много всего интересного. Я уверена, вам понравится. Также гаджеты какие-то здесь у меня будут. Если вы любите такие видео, если любите распаковки, обзоры, покупок с тестом, с примеркой, обязательно подписывайтесь. Если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое очередное видео. Все ссылки найдете в описании под видео в первом закрепленном комментарии. Также все дублирую в свой телеграм-канал. Ну и надеюсь, вы меня поддержите лайком перед просмотром видео. Ну что, давайте начнем. А начать я свое видео хочу. Вот коробочки. Это гаджет заказан. Очень классный гаджет. Техника. Я уже из этого магазина заказывала. И не один раз. Буду вам сразу говорить и советовать данный магазин. Это вот такой вот крутой стабилизатор для телефонов. Приход в фирменной коробке. Все запечатано в слюду. У кого увлекаются подростки, детки. Сейчас, я думаю, многие увлекаются съемками разными. Так вот, эта вещь как раз можно присмотреться в качестве подарка взять. Это популярный бренд на Алиэкспрессе. Хоухэм. Как-то так называется. Вы посмотрите только на это оформление. Ну, шикарно просто. Кейс, который форму держит. Здесь бренд. И это все застегивается на молнию. Так все это красиво здесь лежит. Ну, конечно, гаджет этот не дешевый, но он и выглядит качественно и достойно. В магазине такая вещь у нас стоит еще дороже, чем я его купила. Он работает от аккумулятора. В комплекте идет здесь большая подробная инструкция. И причем инструкция есть и на русском языке, что немаловажно и что очень радует. Так что можно будет разобраться. Работает эта палка от приложения. Мы загружаем приложение здесь в комплекте. Здесь в инструкции дан QR-код. Подойдет как на Android, так и на iOS. Но приложение обязательно установится. Это просто некоторые функции поддерживаются через приложение. Некоторые нет. Можно просто пользоваться данной палкой без приложения. В комплекте идет сам штатив, сумка, кабель, руководство, краткое содержание. И вот так выглядит стабилизатор. Видите, как он крутится, вертится. В общем, вот сюда вставляем мы телефон наш, включаем. Сейчас я попробую включить. Тут надо разбираться. Здесь очень много разных функций, разных штучек. Тут кнопок много. Работает он по Bluetooth. Соединяем с телефоном. Качественный пластик. Дорогой, вам еще раз повторюсь. У кого увлекаются подростки, мальчишки, девчонки, присмотритесь. Вещь очень нужная сейчас для, вот я говорю, для подростков, для детей. Под силиконовой заглушкой находится вход для зарядки. Также здесь в комплекте идет небольшая вот такая тренога, штатив, который закручивается, и мы можем данную палку поставить и с расстояния снимать. В общем, здесь в инструкции очень все подробно расписано. Мы будем изучать, будем пробовать, испытывать с Никитой. Емкость батареи идет на 1800 миллиампер в час. Времени непрерывной работы где-то до 13 часов. Время зарядки идет 2 часа. Если какой-то идет сбой в работе, стабилизатор сам автоматически отключается. Благодаря данному стабилизатору больше не будет размытых видео и фото. А благодаря приложению можно будет использовать очень много разных интересных функций. В общем, я советую. Вещь крутая, достойная, качественная. Если задумываются о подарке, не знаете, что подарить подростку сейчас в их время, гаджетов, мне кажется, такой штатив, стабилизатор очень пригодится им, потому что они любят. Вот я даже смотрю, когда мы едем с мальчишками на скейт-площадку, как там мальчишки, подростки снимают. Так вот, я думаю, такая вещь точно пригодится, они будут довольны. Так, следующее покажу вам такой вот огромнейший пакет. Это я заказала себе костюм. Приходит костюм в шикарной упаковке. Он лежит в зип-пакете на вешалке и, как видите, в мешке для одежды.
Упаковка, конечно, меня поразила. Я как-то в своем телеграм-канале скидывала этот магазин и говорила, что купила себе зеленый костюм. Так вот, он пришел, я вам с вами делюсь и показываю. Приходит с бирками, такой яркий зеленый комплект. Идет здесь жакет и брюки. Ткань очень хорошего качества, плотная, тяжеленькая такая. На свои параметры взяла размер M. Костюм как из дорогого магазина, как из шоу-рума, но стоит дешевле намного. Мне кажется, за эти деньги, что я купила костюм, можно взять один жакет только у нас в шоу-руме. Жакет идет удлиненный, сзади небольшой разрез, на мой рост подошел замечательно. Манжет идет на одной пуговице, это декор. Плечики вставлены поролоновые вставки, чтобы держала форму. Застегивается на две пуговицы. Классический отложной воротник, по бокам имеются два кармана, они были зашиты. Внутри подкладка из приятной мягкой ткани, и внутри также продавец тут пришиты две запасные пуговицы. А состав ткани 100% полиэфирное волокно. К качеству пошива претензий абсолютно нет. Все прошито аккуратно, ровно. Ну, качество идеальное. И ткань супер. Она не тянется, кстати. И брюки идут с высокой посадкой. Застегиваются брюки на молнию и на металлический крючок на один. Есть шлевки для ремня. По бокам два кармана. Сзади два кармана, но это декоративные. Сверху также имеется подкладка в виде шортиков. Такая же подкладка, как и в жакете. Костюм шикарный. Кто искал себе хороший, фабричный, дорогой костюм, этот магазин для вас. У него там все вещи такие в данном магазине. Они, конечно же, по цене чуть дороже, чем обычные цены на Алиэкспрессе. Качество, конечно, у них супер. Ну, вы видели, в какой упаковке приходит костюм. На вешалке, в мешке для одежды. В общем, качество говорит само за себя. Запаха никакого нет, ниток нету, бирки есть. Смело вам советую. Берите, не пожалеете. Так, следующее, что покажу, это товар для дома. Наконец-то себе приобрела, давно хотела, электрический штопор. Но это не просто электрический штопор, а он два в одном идет. То есть он открывает и винные бутылки, и бутылки из-под пива. Приход фирменной коробки. В комплекте к электроштопору идет инструкция, кабель для зарядки. Он работает от аккумулятор, очень удобно, надо заряжать, не нужны батарейки. И вот так вот он выглядит, минималистичный вид, такая форма красивая. Снизу имеется нож, благодаря которому будем вскрывать винные бутылки. Он снимается таким образом. И здесь уже вставлен штопор внутри, и он еще идет с подсветкой. То есть, когда мы им пользуемся, он подсвечивает. Одна кнопка управления вверх-вниз. И сверху находится отверстие, которое открывает бутылки из-под пива. Сзади вход для зарядки. Ничего сложного, но зато открывает бутылки без каких-либо трудов. Просто вставили, просто надели на бутылку, нажали кнопку, и он все делает за вас. Очень удобно. Казалось, я очень довольна. Не нужно этим штопором теперь открывать. Теперь я спокойно сама взяла данный электрический штопор и открыла сама бутылку из-под вина. В общем, кто любитель, кто ценитель вина, как можно взять в подарок? Мне кажется, очень интересно. Я была бы довольна, если мне подарили такой вот гаджет. Сам качество прибора супер, шикарно все. Пластик хороший, здесь хромированная вставка. Кабель идет в комплекте, плюс коробка. Инструкция, в общем, все, что надо. Я довольна, рекомендую. Следующий, давайте вот такую большущую самую коробку откроем. Пришло все в очень хорошей упаковке, запечатано. Множество пупырки, плюс коробка из пенопласта. Плюс внутри вот такие вот воздушные подушки. Лежали. Пришла вот такая вот машинка. Заказали мы Сашульке. Это машинка на пульте управления, но не просто на пульте управления. Плюс в комплекте идет вот такой вот пульт управления, который одевается на руку, и вы рукой управляете данной машинкой. Очень прикольно, интересно. Увидела, решила взять в подарок Сашуле. У нас машинки очень любит, и я думаю, он будет доволен. Плюс эта машинка еще шариками плюется, стреляет. В комплекте идут вот такие вот шарики. Может, знаете, их надо замачивать в воде. Они вырастают. И, в общем, такого плана шарики, пульки мы загружаем в эту машинку. Здесь открывается контейнер. И
Стреляем. Был неприятный запах при распаковке, чувствовал запах клея. А так, в принципе, машинка мне понравилась. Все вертится, крутится. Конечно же, обязательно все это сниму и покажу, как мальчишки играют в нее. Интересные здесь колеса, благодаря которым она может и в бок двигаться. Они такой формы сделаны, что могут ездить куда угодно и как угодно. В комплекте вот такой пульт идет управление. Он работает. Так, надо смотреть, тут откручивать от батареек, да. Ничего, простой, как обычный пультик. А сама машинка работает от аккумулятора. Довольный, большая и качественный. Пластик хороший. В комплекте все идет. И упаковка хорошая. Пришла целая. Единственное, присутствовал запах. И на выбор, кстати, машинки были еще в разных расцветках. У меня, видите, черная, такая бирюзовая, а были еще другие варианты. Я думаю, Саша будет в восторге. Так, следующая покупочка небольшая. Здесь у меня в коробке приходит два товара. Популярный бренд на Алиэкспрессе. Бренд очков. И в этом магазине вы можете найти очки для зрения. У кого плохое зрение, там есть. И выбор очень большой. Так вот, у меня здесь одни очки для зрения, другие солнцезащитные. Пусть солнцезащитные сейчас не актуальны, но все равно я вам их покажу. Приходит все в фирменной коробке. В комплекте очки идут в мягком чехле с наименованием бренда. Салфетка тоже с наименованием бренда. Как выглядят солнцезащитные очки? Это мужские, брала для мужа. Там по ссылке вы можете найти и женские. Они и эти очки, как там стекла называются, Polaroid. Они действительно спасают от солнца хорошо. Кстати, они мне неплохо подошли, мне кажется. И так и мужской, и женский вариант. Оправа литая, носоупоры пластиковые. В качестве очень хорошее, мне понравилось. И смотрится, как они на муже, мне тоже очень понравилось. Смотреть через них комфортно, удобно. Сами они очень легкие и от солнца спасают замечательно. Мы остались данными очками довольны. И я, и муж. И вторые очки, это уже для зрения. Также приходят фирменные коробки. Такая же практически комплектация. Тоже салфетка. И здесь уже продавец положил даже веревочку для очков и отвертку, если что-то вдруг подкрутить. И вот такие вот очки для зрения. Здесь в этих очках хорошо то, что выгибаются, как видите, дужки. Они подойдут любому типу лица. Это я взяла плюс 2,25. Брала для папы мужа. Они для зрения. У меня, слава богу, пока зрение хорошее. Слушайте, они подойдут и женщинам. Мне кажется, мне тоже они идут. Ой, смотреть, конечно, мне некомфортно. Качество хороших очков. Качественный пластик. Этот пластик, как оно выпало, я не помню, что он гнется и не ломается. Антивандальные очки, так что можно сесть, наверное, их и не сломать. Плюс здесь покрытие голубое, антибликовое. Можно заниматься за компьютером, смотреть смартфон, телефон. И вот это покрытие, оно защищает ваши глаза, ваше зрение. На выбор по ссылке были немного другого дизайна, оправа и рецептура разная. Плюс, минус, в общем. Смотрите, заходите. Продавец общительный. Я перед тем, как заказывать, писала ему. Он мне отвечал на все вопросы и отправил посылку очень быстро. Так, следующая посылка тоже небольшая. Заказала я наушники. Это мы, я взяла, хочу подарить в подарок. У меня Никита идет на день рождения. Так вот, к девчонке. Такой девчачий вариант взяла в белом цвете. Я уже Никите покупала в данном магазине. У меня такой счастливый был, довольный и дизайном наушников, и качеством наушников. Он очень остался доволен. Так вот, я решила тоже взять. Они запечатаны в слюду, приходят в коробке. На выбор там огромное разнообразие наушников в магазине. Есть и розовый, красный, синий. Очень большой выбор. И они мультяшные такие, Микки, видите, Дисней. Внутри запечатаны, лежат на подложке. Здесь в комплекте идет кабель для зарядки. Сами наушники в белой цветовой гамме, как и коробкой. Прозрачный, красивый кейс. Открываем, и здесь лежат наушники беленькие. Качество звука шикарное. Я слушала у Никиты, мне очень нравится. И басы присутствуют, и когда разговариваешь с ним по телефону, он в наушниках, его слышно хорошо. Так что я этими наушниками очень осталась довольна и смело могу вам сразу порекомендовать. Работает от аккумулятора. Здесь на наушниках имеется сенсорная кнопка. Есть световой индикатор на самих наушниках. И там еще другие цвета данных наушников. Я так, следующий. Давайте тоже большая коробочка распакуем. Для дома я уже знаю, что это такое.
это красивый ночник, луна с пультом управления, работает этот аккумулятор. Приходит фирменной коробки, как видите, здесь показано, каким светом светит. Обязательно все подключу, обязательно все это вам покажу, как это все будет смотреться, светиться. Пришла, кстати, посылка очень быстро. В комплекте идет инструкция, она достаточно такая большая, толстая. Сейчас посмотрим, есть ли на русском языке. К сожалению, на русском языке инструкции здесь нету. В инструкции есть QR-код, его сканируем, устанавливаем приложение на телефон и можем управлять через телефон. Там яркость меняется, оттенок менять, таймер ставить, когда выключать, когда включать. Только красивый. Здесь на нем имеется вход для зарядки. Вот я его включила. Слушайте, он даже еще будет, наверное, петь колыбельные какие-то. Тут сенсорная кнопка. А также в комплекте идет подставка, на которую мы ставим луну. Эта подставка, она будет вращаться. На этой подставке также есть вход для зарядки, кнопка включения-выключения, которая это вращение, она будет включать-выключать. И также в комплекте здесь идет кабель для зарядки и пульт управления. Благодаря этому пульту управления мы будем управлять этой луной. Здесь на пульте управления можно регулировать яркость, можно оттенок ставить, можно ставить колыбельный, звук волн, звук дождя, море, сердцебиение. В общем, помните, как-то я вам показывала проектор-ночник собаку? Так вот, это вот похоже очень чем-то. Качество шикарное, качество очень хорошее, отличнейший подарок. Поверхность шара, она выполнена в 3D-дизайне. То есть он, знаете, такой шероховатый, напоминает рельеф Луны настоящий. Очень реалистично и красиво выполнено. Здесь в этом светильнике 15 успокаивающих звуков, как их называют, белый шум, который успокаивает и баюкает деток. Регулирует 4 уровня яркости. Также вращение подставки можно регулировать тоже. Есть 3 уровня скорости. Что хочу сказать, шикарный светильник, ночник, будильник, динамик, что еще про него сказать, который управляется и пультом, и телефоном, еще и приходит в хорошей упаковке. И качество самой луны шикарно. Она, говорю, повторяет рельеф, очень красивая. Действительно достойная, качественная вещь. Кто не знает, что подарить в подарок, у кого есть детки, присмотритесь. Классно. Следующее тоже заказала себе. Это костюм. Приходит в хорошей упаковке, аккуратно сложен. Сейчас уже не особо сезон данного костюма, но у меня есть такое, заказываю запоздало. Вот я недавно только заказала себе еще один костюм с шортами на предстоящее лето. Поэтому должен прийти, покажу. Поэтому бывает у меня, заказываю с таким опозданием. Нет, чтобы, например, куртки, да, заказывать, теплые вещи какие-то, я заказываю летние. Так вот, костюм этот типа из льняной ткани. Здесь в комплекте идет рубашка с длинным рукавом, длинная, и брюки тоже длинные. Давайте начнем с брюк. Они идут на резинке эластичной. Также здесь есть шнурки, можно затянуть по объему. На свои параметры, кстати, взяла размер S. Читала отзывы, выбирала по ним. И они длинные и широкие. А мой рост 68 сантиметров, подошли хорошо. Рубашка, она идет с длинным рукавом, сама по себе длинная. Фасон такой у нее сзади, она удлинена. Можно как заправить, можно выправить. Застегивается на пуговице, на груди 2 кармана, манжеты застегиваются также на пуговицы, классический воротник, и пуговки, кстати, тоже обтянуты этой же тканью, интересно смотрится. И можно носить по отдельности, как кофту с чем-то с другим, так и брючки. Я им очень довольна. Качество хорошее, тут торчит пару ниток, не страшно, отрежем. По размеру сел костюм мне замечательно. Спасибо отзывам, потому что выбирала по ним. Вот иногда как полезно почитать внимательно отзывы. Не первый раз уже заказываю не по размерной сетке, а по отзывам. Так что
когда заказываете, не только размерную сетку смотрите, но и читайте и смотрите отзывы. На выбор костюм был в разных расцветках. Так, следующая такая небольшая покупочка. Электрическая щетка для умывания лица. Приходит в фирменной коробке. Я, похоже, пользуюсь давно. Это инструкция в комплекте. Кабель для зарядки. Она от аккумулятора работает. Она, кстати, эта щетка недорогая. И вот так выглядит сама щетка. Красивая. По красивой форме, удобной. Сама она приятно тактильная. Приятный силикон такой. Она водонепроницаемая, то есть ей не страшна вода. Имеется три кнопки управления. Включение, выключение. Плюс-минус. То есть мы регулируем уровень вибрации. И щетинки здесь, они двух размеров. Побольше и поменьше. Я такого плана щеточку умываюсь. Стараюсь каждый день. Вечером, особенно перед сном, наношу либо на лицо какой-то гель, либо на саму щетку. И начинаю такими движениями мыть, чистить лицо. Хорошая щетка, я говорю, пользуюсь похожего плана давно, очень довольна и мне нравится. Рекомендую. На выбор есть еще другие расцветки. Кстати, пришла она очень быстро, есть доставка из России. И еще одна покупочка. Это черные обычные спортивные штаны. Что-то как-то мне ткань не очень нравится, честно вам скажу. Не знаю, какая-то она прям очень, как я говорила, полиэстер бывает разный, здесь он мне как-то не очень нравится, поэтому покажу, но советовать, наверное, не буду. Обычные спортивные штаны на широкой эластичной резинке. Также имеются шнурки, можно затянуть. Они подойдут как мужчинам, так и женщинам. Манжеты на резинке. Ткань тонкая, синтетическая, как я и говорила. Размер взяла XXL. По бокам два кармана и спереди, видите, типа Nike. Не знаю, ничего не могу сказать. Какое-то у меня неоднозначное мнение на эти спортивные штаны. Советовать не буду. Примерим, посмотрим, как будет смотреться, конечно. Ткань мягкая, она немного тянется, но, как я и сказала, это полиэстер, и он мне не очень нравится. Дышать в них тело точно не будет. Ну вот и все, видео наше подошло к концу. Надеюсь, вам видео понравилось. Вы меня поддержите лайком, мне будет очень приятно. И будет стимул дальше снимать для вас распаковки. Все ссылки найдете в описании под видео, в первом закрепленном комментарии, также в моем телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Оно уже совсем скоро. Мне также идут очень много интересных, разнообразных товаров для дома, одежда для детей, для мужчин. В общем, очень много всего интересного идет и ждет вас впереди в моих видео распаковках. Если остались вопросы, пишите, задавайте, с удовольствием подскажу, помогу. Может, остались вопросы по сегодняшней распаковке у вас. Ну, а я буду с вами прощаться. Вам желаю хорошего дня, отличного настроения. Берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока. До новых встреч.